друзья! Всех с праздником! Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Всех с праздником! А я сегодня солю арбузы. Вчера я их убрала с грядки. Нежелательно, чтобы они лежали долго. И сегодня я их, как говорится, приберу к месту. Здесь я их помыла. Не здесь, а на улице их помыла. Сюда принесла, разложила два таза. Набрала сразу воды. И сейчас в первую очередь сделаю рассол. Пока мы будем возиться с арбузами, у нас рассол маленечко настоится. Так, сейчас я камеру опущу. Видно вам, нет? Здесь вот 10 литров воды. В общем, на 10 литров воды нужно 500 грамм соли. Полкило. Сюда я сразу высыпаю. И 250 грамм сахара. Я завешала сразу. Все в кучу смешиваю. И вот так вот нужно разболтать. Потом, пока я буду накладывать, периодически нужно помешивать, чтобы рассол, соль разошлась с сахаром немножко. Так, вот арбузы у меня всяких калибров. Таз один только видно. Ну ничего. В общем, я буду помешивать деревянной ложкой. Если нам этого рассола не хватит, делаем точно такой же. Ну, нам нужно, чтобы полностью залить арбузы. Так, ну пока так пускай. В общем, вот таз у меня с арбузами. Ставлю его сюда. Солить я буду в бочке, сейчас покажу. И вот другой таз с арбузами. На дно я буду укладывать, самые крупные буду выбирать и укладывать в первую очередь. Так, сейчас я покажу. Я сразу бочку занесла и поставила на место, где она у меня будет стоять. Чтобы я же, если на улице я буду делать, я же ее не затащу. Сразу я ее вот поставила к месту. Здесь темновато, поэтому я телефон сняла. Буду показывать так. Вот на дно я положила. Там у меня листья хрена. Укроп прям ветками с зонтиками нарвала. Лист смородины. Ну, побольше прям нарвала. И лист вишни. Все я это уложила на дно. Так, теперь я укладываю арбузики. Вот такая вот бочка. Видите? Вот арбузы. Вот. И буду укладывать вначале такие вот большие буду укладывать. Вот. Прям бросаю. Потому что они будут солиться месяца полтора-два. Они же долго солятся. Вот так вот. Так, и какой-то в середину надо засунуть. Вот этот, наверное, рябенький. Если, друзья, у кого много арбузов и много красных помидор, я последний раз сделала с помидорами. Вот эти все промежутки я закладывала помидорами. Но в этом году у меня беда с помидором. С помидорами у меня их нет. А так, это такая вкуснятина. И помидор, и арбуз. Вообще замечательно. Так, и все. Я сейчас буду укладывать все арбузы до самого верха. Вот арбузы. И вот арбузы. Я их укладу. А потом будем заливать рассолом. Вот, друзья, я уложила. И опять посыпаю листья смородины, листья вишни. И закладываю вот так вот укропчиком. Можно чеснок порезать, но я не стала его резать. Не чистить, прямо можно так порезать его и бросить. Так. Все. Закрываем вот так вот. Да, были помидорки, совсем другое дело. Я бы эти все пустоты закрыла помидорами. Все, заливаем рассол. Так, заливаем.
Вот видите, рассола нам не хватило. Значит, я буду еще точно так же делать. На 10 литров воды, полкило соли и 250 грамм сахара. Сейчас еще разведу и буду заливать. Я залила третий раз. В общем, 3 ведра у меня сюда ушло. Они, видите, всплыли. Сейчас я найду крышку. О, я их туда все погружу. Нужно найти крышку, закрыть крышкой. И на крышку я поставлю 3-литровую банку, а может даже 2, чтобы был хороший груз. Вот и все. И через 1,5 месяца арбузы будут готовы. Вот и весь рецепт. Ничего сложного нет. Вот так я сделала гнёт. Крышкой закрыла сверху 2 банки, ну и чтобы вода была на поверхности. Закрывала арбузы все. И все, пусть стоят. Вот такое сегодня короткое арбузное видео. Буду с вами прощаться. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.